Это не просто учитель, это чемпионка Советского Союза по легкой атлетике, это чемпионка Советского Союза по многоборью. Вот, она принесла часть своих наград. Мы хотим, чтобы ребята ее видели не только как учителя, но и как человека, для которого спорт – это жизнь. Спорт – это жизнь, это движение, это здоровье, это залог к успеху. Именно так считает героиня нашего сюжета, учитель физической культуры гимназии номер 2 города Бреста, чемпионка СССР по легкой атлетике, многоборью, мама двух сыновей спортсменов и просто хорошая женщина Мария Шутеева. Ее преподавательская деятельность в стенах учреждения образования направлена на максимальное развитие у детей любви к активному и здоровому образу жизни. Призыв Марии Денисовны прост – любите спорт, и он научит вас жить и улыбаться, несмотря ни на что. Эта женщина – тот человек, на которого нужно равняться. Она чемпионка Советского Союза по легкой атлетике, победитель многочисленных соревнований и турниров. Но, несмотря на медали, награды и кубки, Мария Шутеева звездой спорта себя не считает. Она поставила перед собой цель стать достойным учителем, каждый раз наполнять свои уроки чем-то новым и интересным. Надо им рассказывать, привлекать как можно больше молодежи, чтобы уберечь их от негатива, который сейчас везде и повсюду. Чтобы они вели здоровый образ жизни, вредных привычек, чтобы у них не было. Чтобы они двигательная активность, чтобы была все время. Чтобы каждый из них занимались спортивной деятельностью, ну не обязательно спортивной деятельностью, физической культурой, которая основная составляющая спорта. На уроках физкультуры у Марии Денисовны к ученикам подход особый. Она учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, проводя свое занятие с максимальной пользой и интересом. Спортсменка не на словах, а на деле знает, как воспитать силу характера у школьника через занятия физкультурой. Многочисленные победы, награды и спортивные звания – результат стойкости характера и точного определения целей и жизненных приоритетов. Строгая, требовательная, добрая, внимательная и чуткая – это все про нее. Как на каждом уроке, так и сегодня перед школьниками достойный пример для подражания во всем. Правда, встреча протекает не в привычном спортивном зале. На этот раз актовый зал гимназии переполнен, и это говорит о многом. Мы узнаем что-то новое, закрепить наши знания о здоровом образе жизни. У нас проводятся различные конкурсы, мероприятия, на которых мы проявляем себя, свои таланты и рассказываем новым детям, пятиклассникам что-то новое, чем они еще могут не знать. Разговор с молодежью получился живым и полезным. Ребята активно принимали участие в диалоге, а Мария Шутеева уверена, организация подобных встреч – это большой и сильный толчок в развитии физической культуры и популяризации здорового образа жизни у гимназистов. И стоит надеяться, такие встречи станут традиционными.